Глава администрации региона – это человек, от решения которого зависят ключевые вопросы общественной жизни. С именем избранного главы края свои надежды связывают предприниматели, общественники, представители образования, здравоохранения, культуры. Каких же решений от Вениамина Кондратьева ждут в первую очередь? С этим вопросом мы обратились к экспертам, каждому в своей области. И вот что они ответили. Основные проблемы у бизнеса сейчас связаны с сферой малой торговли, со сферой развития инвестиционной деятельности. Ведь Краснодарский край является очень инвестиционно привлекательным. Предприниматели, как правило, связывают свои надежды с властью, с краевой властью, куда направляют свои обращения. И в рамках компетенции данной губернатору мы, конечно же, ожидаем от него решения этих проблем. Участникам боевых действий, знающих не понаслышке о войне, важно, чтобы в крае был мир и спокойствие. В этом смысле от губернатора мы ждем такой работы, чтобы она устраивала всех жителей Краснодарского края, различных национальностей. Вениамин Иванович за эти 3-4 месяца он встречался со многими. И вот, скажем, для меня как бы представил очень такой совсем, скажем, новый тип руководителя. Он идет к народу и говорит на любые проблемы с ним. У нас власть вот там что-то не знает, что-то скажет, чего-то не скажет, и мы привыкли. Вопрос, почему? Почему нету той прозрачности, что делают власти? Я считаю, что все, что можно проводить, давать в прямом эфире.